Так, надо продать еще что-то ненужное. Телега вот это, например. Цена, наверное, тоже можно продать. Зачем нам трава? Ладно, пока тебе. Сколько она стоит тебе? Лучше вот это отвезем. Это где у нас? Где-то здесь, по-моему. Надо, интересно, да? Перед продажей. Так, где наш работник? Трактор продать. Это мне жалко. Пока. Так, и сейчас, наверное, возьмем прицеп нормальный, лесовозный. Чтобы не мучиться уже с тем. Загрузить нормально. Придется и тягач брать. Самый недорогой возьмем и опять в минус пока что. Ну, сейчас нас вот эта штука выручит на 40 тысяч, как раз что-нибудь возьмем. Интересно, стоит до магазина ехать или так можно продавать? Сейчас посмотрим, насколько разница.
Продать 4900. Ну-ка. А так 49. Ну конечно, 9000 разница. 8000 разница. 000. Стоило оно того сюда ехать, когда сумма большая. Вот у нас 198000. Так. Теперь вот эту телегу надо продать. Сколько она стоит? 8. А если привезти, побольше, наверное, будет. А как ехать? Далеко. Так, мы пока тягач выберем. Сначала прицеп. Прицеп. Так, такое 17. Вот хороший. 25. Теперь блин, так. Тут 10, блин. Ну тот опрокидывается, а этот нет. Тоже не опрокидывается. Короче, берем, который опрокидывается. Цвет, колеса нам без разницы. Дизайн что меняет? Непонятно, что меняет. Протектор какой-то. Короче, это все не важно. 25000. А может в аренду? Как дешевле? Непонятно. Ладно, покупаем. Эх, не знаю, что делать. Все равно тут менять надо их потом. Через несколько дней. Не отремонтировать ничего их. Аренда это удобно, конечно, но как-то не по-настоящему. А,
уже делать-то? Так, ладно, прицеп выбрали. Тягач надо выбрать. Дорогие, дорогие, дорогие. Вот. Вот хороший. 30. Да. Здесь дешевле в два раза. КамАЗ. 50. Так, ну это нет. Эх, вот наш тягач. 270 лучше надо. Опять же, покупать его или что делать? Так, покупаем, короче. Все, есть у нас тягач, есть у нас прицеп. Продаем телегу. И пилим дрова.